микрорайоне планерная может появиться аллея воинской славы. Такую идею выдвинули жители района. Домов и детских площадок тут достаточно, а вот мест для прогулок не хватает. Но горожане хотят не просто разбить сквер или парк, но и установить мемориал в память о героях Великой Отечественной войны. Эту идею жители обсудили с представителями администрации и депутатом городского совета Владиславом Мирзоновым. Мы увидели, что население поддерживает эту инициативу, эта идея нравится. Были достаточно жаркие обсуждения, но все в позитивном плане, в плане того, чтобы поддержать. Чтобы реализовать идею, нужны средства. У жителей есть возможность получить субсидию. Такой подход к реализации инициатив называется инициативным бюджетированием. В микрорайоне Ферсановка, например, жители попросили отремонтировать кровлю школы. Поскольку такая проблема уже существует достаточно давно, и принимаемыми мерами ее не удалось решить. Обсудили эту проблему, сформировали инициативную группу жителей, которые будут представлять микрорайон. И в данном случае будет формироваться вся необходимая документация, вся фактура будет собираться для того, чтобы эта проблема была решена. В будущем инициативная группа жителей Ферсановки планирует обратиться к депутату Мособлдумы Михаилу Раеву с просьбой поддержать их инициативу. В дальнейшем жители настроены активно голосовать за этот проект на портале Добродел. Инициативное бюджетирование – проект губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Его задача – решить вопросы местного значения. При этом субсидии на реализацию получат те идеи жителей, которые получили наибольшую поддержку горожан.